Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами поговорим о новинках из каталога номер один компании Oriflame. Конечно, в каталоге представлено много интересных предложений, но мы будем говорить о новой коллекции для ухода за ногтями. И в эту коллекцию входит жидкость для снятия лака, масло для ногтей и кутикулы, ночная маска для ногтей и укрепляющее покрытие. И есть интересное предложение: если заказать два из трех продуктов со страницы 135, то есть масло, маску или укрепляющее покрытие, то жидкость для бережного снятия лака идет в подарок. Отличное предложение. И сегодня мы с вами рассмотрим два продукта. Их мне прислали на обзор как официальному обозревателю компании Oriflame. Ночная маска для ногтей и масло для ногтей и кутикулы. Попробуем все, расскажу, как правильно пользоваться, и покажу их в деле. Приступаем к просмотру. Итак, сначала расскажу вам про ночную маску. Серия называется Expert Care. Ночная маска содержит экстракт красных микроводорослей, который помогает восстановить жизненную силу ногтей. Мочевина восстанавливает уровень увлажненности ногтей, а пантенол питает и возвращает ногтям гибкость. Формула на водной основе. И она абсолютно легко удаляется без специальной жидкости для снятия лака. На правой руке я уже нанесла эту маску заранее, и как вы видите, это просто прозрачный красивый лак, а на левой руке у меня пока что просто мои ногти. Давайте покажу, как маска выглядит. Лучше всегда продукт смешивать перед применением. Открываю, то есть хорошенько перемешать, открываю, тут удобная кисточка достаточно длинненькая, и наношу средство толстеньким слоем, одним слоем, на поверхность ногтей. Вот так это выглядит. Ногти сразу становятся красивыми. Почему маска называется ночной? Дело в том, что если вы нанесете маску и не ляжете сразу спать, а, например, намочите руки, то получится вот такое вот изменения. То есть я не буду сейчас все ногти наносить на маску, чтобы просто вы посмотрели. На правой руке у меня покрытие есть, и я опускаю воду, просто идет контакт с водой, и смотрите, что произошло с маской. Она сразу побелела. То есть она побелела, и если я трогаю пальчиком, то она смывается. То есть она очень легко смывается просто водой. Поэтому наносим ее только на ночь, когда уже знаете, что вы точно ляжете спать и уже не будете контактировать с водой или еще с какими-то жидкостями. Все, вот так она легко смывается. Все, смываю. Сейчас посмотрим масло для кутикулы. Вот так, я просто смыла маску водичкой, вытерла полотенцем. Маску, кстати, нужно закрутить. Так, а сейчас мы посмотрим с вами масло для ногтей. Очень удобная форма в виде ручки. Как вы видите, кончик — это кисть. И чтобы пошло масло, нужно крутить на нижнюю часть. То есть я вот так аккуратненько кручу. И вот здесь вот у нас появляется маслице. То есть мы, если расправим кисточку, то видим, как появляется потихонечку. Идет маслица. Вот. То есть я уже вижу, что кисточка пропиталась. Вот-вот-вот, пошла жидкость. И я прям этой кисточкой аккуратненько начинаю наносить масло на кутикулу и ногти. Это очень удобно. Когда вы чувствуете, что закончилась маслица, просто делайте еще один раз такое вращательное движение, и маслица еще прибывает в кисточку. Все, нанесла на одну руку масло, закрываю
колпачок, он очень герметичный, то есть масло не будет протекать. Ну и специально не нужно крутить лишний раз нижнюю часть этого стика, чтобы масло не выливалось в колпачок. Следующее, что мы делаем, это мы аккуратненько подушечкой пальчиков, подушечками втираем маслице в кутикулу и в ногтевую пластину. В масле содержится масло сладкого миндаля, оно будет питать ногти и кутикулы. Алоэ вера успокаивает раздражение, сквалан смягчает ногти и кутикулы. Это и удобный такой формат в виде карандаша, который приятно использовать, и самое главное, что не остается жирных следов на руках, то есть мы просто вот втираем маслице. Если есть время, то можно оставить масло на несколько минут, чтобы оно напитало ногти и кутикулу, чтобы поработали компоненты, которые входят в состав масла, а потом также аккуратненько смыть теплой водичкой и очистить ногтевую пластину от маслицы, да, окончательно, чтобы она была чистая и сухая, и после этого наносить уже лак. Вот такая вот приятная процедура уходовая позволяет нам укрепить ногти, сделать их более ровными, красивыми, чтобы они хорошо росли, чтобы ногти были аккуратные, и самое главное, чтобы кутикула тоже выглядела аккуратно, чтобы она нигде не топорщилась, не было сухости. И что еще я рекомендую, это масло можно наносить как, ну, как самостоятельный продукт, а также как вспомогательный во время того, когда вы делаете маникюр. Например, вы сделали маникюр, да, где-то может быть чуть-чуть повредили кожу вокруг ногтей, да, кутикулу, нанесите маслице и дайте ему поработать, оно сделает кожу более мягкой, да, уберет как бы все раздражения, да, какие-то мелкие раночки, все подлечит, и у вас будет ровный красивый такой маникюр, ровный красивый маникюр. Вот такие вот приятные продукты. Если видео полезное, ставьте лайк, пишите свои вопросы, если они есть в комментариях, и отзывы. Всего вам доброго. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.